смотрите сегодня «Вестники Северодвинска». Ключи от новых квартир ждут своих хозяев. Северодвинцы не спешат заселяться в социальное жилье. Снежная каша на городских дорогах. Коммунальщики получили выговор за плохую уборку улиц. Опасную для здоровья питьевую воду употребляют не Накшане. Все 9 колодцев не прошли прокурорскую проверку. В ДТП на Ломоносово попал 15-летний подросток. Центральную улицу не поделили Рено и Тойота. Два удаления с поля и 9 забитых мячей на двоих в чемпионате по мини-футболу встретились команды МЧС и Севмаш. Эти и другие темы более подробно в 19:00 на канале «Свой регион».